Получается, вот такой вот трек в готовом виде. Это у нас вот считыватель карты. Карты проводим вот так вот. Машинка начинает ехать. Соответственно, когда уже наездились, нужно будет точно так же, только другой стороной карты. Ставить ее другой стороной карты. А, ну или так, да. Или вот так вот. И машинка, соответственно, ехать перестанет.